чем заключалась необходимость создания Бакинской академии хореографии? Что вы можете сказать о значении связанного с этим распоряжения главы государства? Это новое событие в культурной жизни Азербайджана. Ведь создание подобной академии впервые на Востоке в Азербайджане, безусловно, имеет большое значение. Интересно, что хореографическое образование также появилось впервые на Востоке в Азербайджане в 20-х годах прошлого века. Эта традиция продолжается и сегодня. Одно из значений распоряжения, подписанного президентом Ильхамом Алиевым, заключается в том, что это новое событие в азербайджанском образовании, то есть шестиступенчатое образование от начального до докторантуры, будет осуществляться в одном образовательном комплексе. А это важнейший вопрос с точки зрения искусства, развития творчества, выбора профессии. Данный метод уже применяется в Московской академии хореографии, а также в аналогичных учебных заведениях других стран, и получены хорошие результаты. Уверен, что Бакинская академия хореографии достигнет успехов на всех ступенях образования и внесет вклад в образование и культуру Азербайджана. Будут ли изменения в правилах приема в академию? Правила приема в академию отражены в положении этого высшего учебного заведения. Разумеется, будет проводиться отбор, будут проводиться экзамены по выявлению особых способностей на ступени бакалавриатуры академии. После тестовых экзаменов Государственная комиссия по приему студентов проведет экзамены по выявлению особых способностей и состоится прием по общим правилам. Конечно, здесь должен быть очень серьезный отбор. С этой точки зрения наша работа облегчена благодаря существующей базе. То есть нам будет не так трудно отбирать кадры на базе Бакинского хореографического училища. Последний год азербайджанской культуры и искусства переживает период Ренессанса. Большие заслуги в этом принадлежат президенту фонда Гейдар Алиева, послу доброй воли ЮНЕСКО и СЕСКО, первой леди Азербайджана Мехрибан ханум Алиевой. Проведение за минувший период в стране культурных мероприятий, в том числе международного песенного конкурса Евровидения, дача в эксплуатацию нового здания Азербайджанского музея ковра, открытие международного центра Мугама и музей современного искусства – большой вклад в развитие нашей культуры. Мехрибан ханум Алиева в полном смысле этого слова возвратила искусство Мугама, и сегодня уделяется очень большое внимание мугамному искусству, ашурскому и вокальному творчеству. Восстанавливаются звуковые записи прошлых лет. В зарубежных странах по линии ЮНЕСКО часто проводятся концерты, посвященные мугамному искусству. Все это свидетельствует о том, что традиции общенационального лидера Гейдара Алиева достойно продолжаются. Азербайджан – страна с классическими хореографическими традициями. У нас были выдающиеся мастера, имевшие большие заслуги в становлении и развитии нашего национального балета. Продолжит ли эти традиции Бакинская хореографическая академия? Азербайджанский народ очень талантливый. У нас большие традиции и успехи как в искусстве, так и в культурной сфере. Азербайджан уже утвердился в мировой культуре, занял достойное место в истории мирового искусства. У наших хореографических традиций большая история. Хореографическое образование существовало в Азербайджане еще в начале прошлого века. У нас были такие выдающиеся мастера хореографии, как Гамер Алмазаде, Лейла Векилова, исполнители национальных танцев Амина Дильбази, Роза Джалилева, Бейкер Атабабаев, Бейкер Амамедов. Должны быть сохранены традиции наших мастеров, проживших большой труд подготовка национальных кадров в Бакинском хореографическом училище, осуществляющих достойную деятельность по обучению молодого поколения секретам балетного искусства. Воспитанные ими многочисленные артисты балета поднялись на высокий уровень мирового искусства, внесли вклад в развитие балета. Наряду с сохранением традиций классического балета, сегодня основной нашей задачей является его развитие, а также изучение и внедрение новых и еще не изученных в Азербайджане течений современной мировой хореографии. В целях развития и доведения до международного уровня нашей хореографии мы должны пригласить сюда долгосрочной командировки самых известных специалистов для проведения мастер-классов. Также для обучения талантливых преподавателей и студентов Академии новым течением и применением здесь мы должны направлять их в различные страны и готовить. Таким образом, наши национальные кадры. Сегодня глава государства требует от нас того же, то есть хореографическое искусство Азербайджана должно соответствовать международным стандартам. У нас есть такой потенциал. Уверен, что благодаря государственной заботе мы достигнем этих целей, оправдаем доверие нашего президента. На какой период запланирован строительство нового здания для Бакинской академии хореографии? Какие возможности это создаст для академии? Уже утвержден проект нового здания. Это очень интересный проект. Наверное, строительство здания начнется в ближайшем будущем. Если мы хотим готовить национальный кадр, соответствующий новым требованиям, у нас должна быть сильная материально-техническая база для этого. У Бакинской академии хореографии обязательно должен быть учебный театр, потому что учебный театр – это основная творческая лаборатория как для преподавателей, так и для студентов. В учебном театре должны проводиться как дипломные, курсовые спектакли, так и экзамены. В новом проекте запланировано строительство учебного театра.
театра. Кроме этого, обязательно должны быть специализированные классные комнаты по творческим специальностям. Одним словом, материально-техническая база должна соответствовать современным требованиям. В настоящее время в современном мировом хореографическом искусстве широко применяется техника. Постановка современных танцев осуществляется посредством компьютеров и монтажных комнат. Уверен, что в новом здании будут созданы всевозможные условия для развития нашего хореографического искусства на уровне современных требований.